Добрый день, уважаемые телезрители. Мы с вами в Казани. Уже через несколько минут здесь стартует центральная игра недели в Единой лиге ВТБ. Местный Уникс примет московский ЦСКА. Но оборона Уникса пока что показывает себя с наилучшей стороны. Подбор за армейцами. И добивается своего Шенгеля. Игрок, который стал символом казанской команды. Ошибается ЦСКА вновь. И Джон Браун. Бам! Сверху в быстром отрыве. Кто мешал эффект? Защита работает, если мы посмотрим на табло. Майк Джеймс. Очень тяжелый бросок. Но он, кажется, начал оппонент. Колон Кэнон сразу же бросает после получения 3 очка. Айзек Кэнон. Очень непростой мяч, что не точно. ЦСКА забирает подбор. Быстрый отрыв здесь будет. И Шенгелия набирает еще 2 очка. И Димитрис Приптис показывает: я беру тайм-аут. Является неплохим снайпером. Доказал уже в первой игре сезона. Ну а здесь Майк Джеймс. Снова его фирменный бросок с отклонением. Курбанова, Айзек Кэнон, он неудержим на дуге. На Каменко. Сандер не решился бросать, и в итоге Милутинов очень комфортно чувствует себя. Трехсекундный забивает сверху. Сейчас время играет на руку армейцам. Джеймс с мячом. Это дистанция ЦС, это дистанция НБА. И Майк Джеймс забивает сумасшедший трехочковый. Джеймс эту дуэль проиграл, если смотреть на набранные очки, но, скорее всего, выиграет, если посмотреть на результат. Никола Милутинов колотит сверху с двух рук и делает преимущество армейцев. Плюс 14.